ты скажи, чё тебе надо, чё тебе надо? Может дам, чё ты хочешь? Ты скажи, чё тебе надо, чё надо? Может дам, чё ты хочешь? Что-то вылезла мне эта песня, друзья. Привет! Всем привет! Как ваши дела? Как ваша жизнь? Расскажите мне, пожалуйста, что вы там заскучали опять, друзья? А у нас красота! А у нас плюс 22! Конец мая! И вот все был такой мерзкий дождь. Я вам даже сняла видео. Такой моросил, противный мерзкий английский. И вот опять весна, и вот опять солнце, и все чудесно. А вспомнила песню, пою вам. Вы же знаете, я же еще певица. У меня же столько тут, как тут мои подписчики любимые пишут мне. Молодцы. Ой, я не могу. Адекватно, конечно, я все это воспринимаю. Мне пишут, что ой, я такая творческая натура, я и рисую, я и крестиком вышиваю. Я и говорю, что-то рассказываю. Да, друзья, вот так. Я еще и пою. Да вы знаете, еще же танцую. И вообще у меня супер просто. Тут открыто окно опять, вот видите, и опять вот шум такой, ну как, не знаю я. Я сверху открыла, сверху люк открыла, у меня же, ну у меня же практически кабриолет, вы знаете, вот. Нет, жарко, открою опять, шумно. Еду, настроение замечательное. Почему? Потому что погода хорошая. А еще почему? Ну потому что хватит нам опять уже, что-то негатив, негатив. Не будем, давайте на позитиве, друзья. Посмотрела недавно, опять тут очень интересное видео. Показывают девчонки. Девчонки, вот, видео такое там, знаете, американки такие там, крутые девчонки, молодые. И вот они вот прям таким голосом разговаривают. И у них там так все классно, и живут они там в Филадельфии и во Флориде. Ой-ой-ой-ой-ой. И, в общем, понаделали там себе губки, накачали. И накупили там себе барахла. И друг перед другом показывают, хвастаются. И так-то все у них классно. А я, знаете, посмотрела, и мне тоже нравится. Очень нравится. Вот. И буду я тоже дура иногда, знаете, буду дура иногда, вот с вами говорю, чуть свой поворот не проехала, а сзади меня машина, а я торможу резко, мой, что творю, вы знаете, по-моему, рассказывала вам, у меня тут было такое, не всегда получается мне два дела сразу делать. Вот, еду, организм уже не справляется, организм не справляется сразу два дела, понимаете, это ж вам, и это я когда летала, всяко, в 20 лет, и в 30 тоже, ай, а сейчас уже организм что-то требует иногда, дает сбои, и требует отдыху, и вот я, ой, вы посмотрите, машина ретро. Посмотрите, ретро машина какая справа. Красивая, видно вам? Вот вы знаете, друзья, я вам эту камеру повесила, потому что она хорошо работает без микрофона. У нее хороший звук. Но у нее хуже видимость. Какой сумасшедший. У нее хуже картинка. Вот я не знаю, конечно, может быть, вам-то и нормально, а мне кажется, какая-то серая картинка. А хочется, знаете, ярких красок, красоту показать вам. Вот. Про что я рассказывала? Я рассказывала про то, что я иногда дура дурой, когда хочу.
А то все, чего-то надевать на себя маску умника. Вот. Дискутировать тут. Что нельзя говорить, а что можно говорить. Вот нельзя мне говорить вот так. Да что я вот так, что говорю, что я говорю. А говорю иногда я вот так вот прям по-южному. Это, знаете, когда была у меня... Помню, я молоденькая была. Помню, я еще молодушкой была. Знаете, тут... И вот. И ко мне приехала свекровь. Я с маленькой дочкой. С маленькой дочкой я. Ой, нет. Сюда, вот сюда, лучше сюда. Где мне паркануться? Тут, вот тут, в моем любимом месте. Я со своей малюской дочкой, я ее только родила, я приехала к мамочке, конечно же, на юг, на фрукты, на овощи. Мало того, что фрукты, овощи, я приехала еще, ну, потому что помощь же нужна, вы же понимаете же, вот, чтобы не паниковать одной из Архангельска. И, конечно, приехала ко мне свекровь. Свекровь тогда, мы с ней жили дружно, она обожала меня. Сейчас выйду и дальше расскажу. Да, так вот, друзья, вышла из машины, продолжу вам. Свекровь моя, когда приехала ко мне, вернее, в дом моих родителей на лето. И вот я помню, мама моя выходит и говорит: «Галя, ты курей покормила?» И я говорю: «Да я уже курям дала». Я курям дала. Вот. И свекровь моя, она учительница у меня была, это самая, русского языка. И она говорит: «Господи, Галя, ты же воспитанная, образованная женщина. Ну что ж ты говоришь курям? Разве можно так курям говорить, понимаешь?» И вот я тогда, молодушка, расстроилась, думаю: «Ой, боже мой». Тем более свекровь, знаете, хочется же как-то выглядеть в глазах свекрови всегда правильной, хорошей. И вот курям вдруг такое. Я расстроилась. А потом, вы знаете, уже вот сейчас, прожив жизнь, да я слышу, что действительно это южный такой вот диалект. Вот они говорят курям, курей. Не кур, да? Не курам. Ну, понятно, что курам насмех это так говорить. Но если уже люди привыкли, вот вам курям, понимаете? Ну и вот, а сейчас я уже не парюсь, поэтому говорю вот так вот, понимаете? Думаю, что это даже какую-то придает изюминку, знаете, вот такой вот говор. Поэтому не всегда нужно прислушиваться вот к таким вещам. А потом еще, вы знаете, что хочу сказать? Посмотрите, как грязно, прям неожиданно. Я иду по центру Райда же. Показываю вам, что-то прям грязно. У нас начался сезон отпусков, как я вам говорила. Посмотрите, у мужчины на лице какие татуировки. А, просто песня. Вот. Кто-то спрашивал. Эти рожи корчат мне. Кто-то спрашивал меня. Что людей у вас нету? Вы вот гуляете, нет людей. А я смотрю, что мне больше нравится гулять там, где нет людей. А где вот так вот шумно, толпа, вот видите, ходят, рожицы корчат. Ну, не знаю, может быть, иногда интересно посмотреть, но не уверена, что... Хотя для вас-то, конечно, наверное, интереснее посмотреть на людей, чем люди отличаются. Немножко расслабимся, сделаем небольшой отдых и вот такой вот красивый экскурс на цветочную поляну. Красиво, как мне нравится. Ла-ла-ла-ла. Да, я ж певица, вы же знаете, да? Гуляю я по центру Райда и вот иногда выхватываю вот такую красоту, конечно, которая меня сбивает, когда я вам что-то рассказываю, но вот сбивает. И поэтому я отвлекаюсь. Не обессудьте. Ну вот тут, как бы, понимаете, что-то одно. Либо красоту вот смотреть такую, вот такие кусты роз, либо просто слушать мое бубнение монотонное. А по мне, так знаете, когда одно перемежается с другим, получается даже интереснее и насыщеннее ролик.
правильно? Ну и ничего, я что вижу, то пою. Понимаете? А мне нравится. Так вот, по поводу курей. Что там с курями-то было? Я вот смотрю, вы знаете, ладно я. Но ведь на центральных каналах и дикторы сейчас особенно делают столько ошибок. Вот, понимаете, вот говорят, вот это особенно, вот я часто-часто слышу, вот такое вот деяние подпадает под статью, подпадает. Вот говорят, подпадает. Я просто сразу рухаю, падаю. Потому что никогда нет там буквы «Д» в слове «попадает». Попадает, нету там «Д», друзья. И не бывало никогда. И вот даже помню, Сванидзе я иногда слушаю, профессор. Ничего не могу сказать, Николай Сванидзе. Замечательный профессор, очень умный. И он вдруг говорит, да вот это вот подпадает под тудема и под сюдема подпадает. И вот опять, ну как это? Так это ж все профессора и дикторы, которых учат. А что мне с моими курями? Опять хочу сказать вам, вот это неправильно. Друзья, не говорите слово «подпадает». И не говорите «подскользнулся», «впоймал». Я подскользнулся и впоймал рыбу. Уже, по-моему, об этом я напоминала. Но опять я слышу, дикторы центрального телевидения «подпадает», «подскользнулся». Там нету буквы «Д», внимание. Нету буквы «Д», «попадает», «поскользнулся». Запомните, друзья!